Итак, теперь мы с вами припаяем переходник, вот этот вот, жек для наушников. Это у нас будет на U4, а U4, если точное наименование этого устройства, сейчас гляну. Так, U3, U3, U7, ага, вот U4, Pink 3,5 мм headphone jack, вот так называем. То есть сюда вставляется вот для телефонный наушник такой своеобразный, чтобы могли слушать. Ну, в принципе, удобно. Припаивается точно так же, вот так вот вставили аккуратненько, плотную, и просто припаиваем. Вот так вот, то есть ничего существенно новенького. Проставляем. Так вот. Пропаиваем аккуратненько вот сюда. Так. Я как-то немножко подтяну его. Хорошо, что она из пластика. Основной корпус не будет гореть, мед палец. За это спасибо большое китайцам. Вот. Так. Залубилось. Надо побольше. Что-то я жалею. Что-то я жадничаю. Вот. И сюда. Вот сюда. Так. Вот так вот. И вот так немножко... Удобрим, сдобрим. Чтобы было все чистенько и аккуратненько у нас тут. Потому что не хочет нормально припаиваться. Припой, может, не пришел, наверное, давать. Во, все. Пошел как литой. Все. Да. Все. Тут припаяли. Теперь, так, дайте посмотрю так поближе просто себе под нос, чтобы убедиться. Потому что вы это видите, а это еще нет. Вот тут немножко припаяли. А, нет, нормально, все нормально, ровно стало. Так, то есть вот, припаяли. Угу. Вот так, все. Она, кстати, забавная, она даже подтверждает, потому что вот здесь тоже есть пластиковых вход. Теперь мы с вами... Будем ставить светодиод, но, вот этот вот самый диод, но прежде чем, то есть он идет у нас, где-то у нас диодик-то, вот, D-диод, но прежде чем мы это будем делать, мы сейчас с вами сначала, давайте, где у меня амперметр, мы с вами, где-то у меня, а, вот ты где, узнаем, во-первых, работает он или нет. Да, не амперметр, я называю амперметр, но это мультиметр. Это очень удобная штука, рекомендую. Переключаем вот позицию, вот видите, с таким треугольничком. Это обозначение диода на электросхемах. То есть вот он сейчас на единице у нас стоит. Как он работает? Да, обычно, если мы сейчас приложим, то есть вот это плюс, вот это минус. Плюс-минус. Если он загорится, значит работает. Проверяем. Ну, так... Минус к минусу, плюс к плюсу. Во. Работает, прекрасно. Все прекрасно. То есть он рабочий. Почему проверять надо? Если вдруг вы, скажем, поставили нерабочий диод, то есть испорченный, у вас может пойти нарушение цепи. То есть это плюс. Смотрите, вот, кстати, диоды чем хороши. То есть на них нет обозначений, то есть на них вы не умеете ничего. Но более длинные... Более длинная часть для пайки — это плюс. Короткая — минус. Вот так вот здесь видите обозначение плюс-минус. То есть они диоды, они полярные. Они полярные. Поэтому расставляем. Оставляем небольшой такой вот выступ слегка. То есть плотно не ставим, плотно не надо. Оставляем небольшой такой зазорчик. Я даже не знаю, с помощью чего будем сделать. А, вот с помощью вот этого давайте. Так вот сделаем. Так, теперь может еще на это надо. Так, я смотрю, видно, не видно. Так, да, вот видно вам. Хорошо.
Слишком вниз тоже не опускаем. Берем припойчик. И вот так вот выравниваем. Вот. То есть, вот видите, у нас там немножко приподнятый такой стоит, хорошенький. Сейчас немножко, наверное, приутоплю его. Вот так. Ну, чтобы там оставался вот зазор, то есть, видите, чтобы вот зазорчик оставался, но чтобы он особо не мешал коробке, потому что я думаю, вот, мало ли, может, коробочке будет мешать. А так, паяем. Так. Есть. И есть. Есть. Готово. Сюда. А вы ко мне давайте. Вот так вот. Обрезаем. Вот так вот. Припаяли. Готово. То есть вот схема начинает приобретать вот такой вот оборот. То есть, как видите. Теперь будет самое интересное. Будем сейчас припаивать седла, так называемые. Ну или я их люблю называть коннекторы. Давайте так вот аккуратненько снимем вот эту вот. Так, нет, ну я лучше разрежу. И аккуратненько. Аккуратненько, потому что нельзя, ни в коем случае нельзя повредить чипы. Нам нужны сейчас только седла, а они обычно идут в комплекте со своими чипами, то есть, видите, вот так аккуратненько, вот, сняли. Вот, вот это и вот это есть седла. И сейчас нам нужно будет их припаять. Начнем с мелкой, я сразу покажу. То есть, смотрите, это седло для вот этого микрочипа. Это U9. U9 у нас называется TDA-2828M Dual Audio Amplifier. То есть, и смотрите, опять же, как вот здесь есть обозначение, как вот здесь есть обозначение, так и вот здесь, видите, вот такая вот выемка. Эта выемка, вот она, вот эта выемка. Вот она, вот эта выемка, то есть вы ее не упустите. Я вот немножко, вот, первую часть между мышкой, вот, я не знаю, вот эти покажу. Вот она, вот эта выемочка. Ну давай уже автофокус, вот она выемочка, то есть вот здесь ее нету, вот здесь она есть. И вот эту выемочку мы вставляем вот точно так же, как вот здесь указано на рисунке. Лукально вставляем, переворачиваем и припаиваем ее сначала здесь, так аккуратно. Так, вот так вставили, стоит, хорошо. Берем, делаем сначала припой с боков, чтобы она встала. Так, ты у меня включенный? Я после его отключал, сейчас не надо, чтобы он немножко остыл. Так, вот. Один встал уже. Второй. Встал. То есть, вот. Она у нас немножко выперла вот здесь, поэтому вот так вот выдвигаем. Я почему и говорю, с боков так вот вставляйте, чтобы она вот буквально вплотную встала. Вот вплотную. Так вот вплотную, видите? То есть, вот она плотнее. Да, видно вам. Хорошо. Так, плотненько встала, вплотную, чтобы она не шаталась с стороны в сторону. Поэтому вот рекомендуется сначала вот с боков так поставить. И да, она вообще ровно сидит. Реально ровненько так хорошо сидит. Мне прям нравится. Так, все. Ну и оставшиеся заполняем тоже припойчиком. Никаких проблем у нас здесь уже теперь нет. Ой. Раз. Я вот так вот смотрю издалека, чтобы вам было вот удобно видеть. Так, аккуратно. Так,
Кстати, надеюсь, ярко. Кстати, я тут не проверил яркость. Может быть, не ярко? Нет, яркость вроде нормально, да, Тимми? Что-то таким вот. О! Вот этот, наверное, даже получше. Может, конечно, голубым светом. Черт, вот. Ой. Нет, давайте вот этот нашим стандартным оранжевым. Пользуемся. Будем пользоваться до конца, так сказать. Классический припой, который был с этим паяльником, он скоро кончится, видимо, сегодня. Но не переживайте, у меня есть запасной припой, так что все хорошо. Все хорошо, проблем нету. Мы живы, мы здоровы, все прекрасно. Так. Ставим. Ставим. Ставим, потом выровняем сейчас все. Так, здесь выровнять. Здесь выровнять. Так. Главное, не давайте им спаяться между собой. Если спаяете случайно, они у вас ток по ним же тоже идет. Это же что? Это же металл. Это же буквально металл. И если будет, скажем, связаны два соединения вот здесь и здесь. Проверим. Да, все нормально, все хорошо. Если они, скажем, вот так спаяются между собой, это беда. То есть вот. Это поставили. Теперь пойдет следующее гнездо. Я вот так вот пока тебя отложу. Паяльничек, ты мой любимый. Реально он мой любимый стал. Идет следующее седло. Ставится точно так же. Это уже будет у нас У2. У2. У2 это у нас наименуется, сейчас скажу. Это 28P Narrowbody IC Seat. То есть мы ее сейчас будем ставить. Сейчас будем ставить вот сюда U2-шечку. У нас тут, видите, был немножко припойчику. Я это сейчас, наверное, немножко так вот его уберу. Вот чтобы оно аккуратно село. То есть не допускайте попадания, конечно, припоя раньше времени сюда. Но если вдруг допустили, просто сгладьте себе и все. И принцип... Вот так вот я ставил его. То есть, видите, вот... здесь выемка. Вот такая вот она выемочка небольшая. Вот она. Вот точно так же вот сюда. То есть проставляем. Аккуратно. Здесь она более жестче сидит, но повнимательнее будьте. Опять же, принцип стандартный. Сбоку припой. Вот первый. Вот второй. Так. Проверка. Визуальная, да. Припаялась. Теперь слегка поднадавим. Ау, ау. Аккуратно, можете обжечься. Поэтому рекомендуется делать все аккуратненько. Потому что это же металл, он нагревается и идет тоже. Ну, а теперь спокойненько. Так, вот. Надо купить, наверное, беспроводной потом паяльник как-нибудь. И вот так вот просто не ставим, ставим. Припаиваем. Разы. Здесь паяем аккуратненько. Так. Здесь уже немножко не хватает, поэтому вытянем еще. Вот смотрите, сколько припоя надо. Много припоя надо. Много! Дайте мне больше припоя! Больше припоя! Больше жара, больше огня. Так. Тык. 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 Ну-ка. Проверка контрольно-визуальная. Готово. Я вот так вот смотрю тоже. Вам-то видно, а мне-то нет. И вот так приходится на глаз выбирать.
Здесь аккуратненько. Я, наверное, буду пускать эпизодами, потому что видео будет слишком длинным, одним большим. И, наверное, лучше эпизодически упускать так вот. Наверное, эпизодами это будет выходить. Как припоет седло, как припоет то, как припоет все. Название будет более адекватное, но... Плейлист, наверное, назову «Сбор радио». Какие-то, знаете, вот мысли, откровения. Вескер Альберт, так сказать, своеобразно. Вот смотрите, вот сконцентрируется, вот видите, вот аккуратненько все припаяли, все при себе, все свое, все свойское, все одно. Вот так, так. То есть видите, нигде никаких соединений лишних нету, все прекрасно, все прижилось, все как надо, прекрасно. Итак, не знаю, где будет у нас начало эпизода, где нет, потому что я буду смотреть по количеству времени. Ну, наверное, уже, наверное, эпизод, наверное, третий или четвертый. А может быть, где-то в середине я это говорю, это какой-нибудь эпизод, кто знает. Сейчас мы с вами будем теперь припаивать сначала обыкновенные конденсаторы. То есть, смотрите, конденсаторов бывает несколько видов. Вот, к примеру, вот это вот у нас 104-е. 104-е. Это у нас, сейчас скажу, пишу так, это на плюс 105, то есть он пойдет вот сюда у нас, вот этот вот, такой длинненький. Есть конденсаторы, то есть это, вот это у нас неполярные конденсаторы, вот это, да, вот такие тоже конденсаторы, это полярные. Мы их тоже с вами будем ставить сегодня. То есть сейчас будем заниматься конденсаторами и заодно поставим с вами... резисторы прямо в рамках вот этого эпизода. Ну, может быть, видео. Может быть, не эпизода. Кто знает, посмотрим. Ну, я надеюсь, что вам нравится. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Дискорд, ВК, ДНР. Ссылочки все в описании, как всегда. Так, о, что это я взял паяльник? Я же ничего не поставил уже. Так. Берем, вставляем. То есть, видите, вот здесь 4/10. То есть, ну-ка. То есть, вот, видите, вот номер 410. Как вот я вижу, так вы видите, я просто поверну потом все горизонтально. Потому что у меня, я-то просто смотрю еще до экрана. Там-то все вверх тормашками, потому что камера-то смотрит тоже вверх тормашками. Ну, пришлось так вот ее закреплять. Так вот, поставляем аккуратненько. Раз. Где у нас еще? Ищем 104-очку. Вот у нас конденсатор. С2. С2 это конденсатор. Конденсатор, это если что, из манги, которую я вам показывал ранее. Я даже, наверное, сейчас ее еще раз покажу. Вот она. Электронные схемы, Танака, Кенти и Такаяма Яма. Вот рекомендую, хорошее, вот реально издание, вот очень рекомендую. Сможете понять, во-первых, как работает вообще, в принципе, радио. Очень рекомендую, хорошая вещь. Мне лично понравилось, приятный чтиво, да и сюжет хороший. Там есть сюжет, да, там есть сюжет. Не удивляемся. Вставляем. Так. Ну, я стараюсь, чтобы вот так вот все соответствовало. Так. Вставляйся уже. Так. Есть. Вставили. Прекрасно. Теперь аккуратно переворачиваем. Ну и приплавляем. Так. А что-то не хочешь нормально. Ну-ка, вставляйся, кому сказал.
Зараза. Не хочет сразу. Не хочет. Давай, кому сказал. О. Этот стал хорошо. Точно встал? Подождите, я так немножко двину. А, у нас парочка вылетела. Просто проверю, чтобы все стало. Хорошо. Так. То есть... Сейчас эти пар... Вот этот стал, этот стал. Видите, вот он уже стал. Хорошо встал. Забоялся как надо. Так. Вот эти вставляем еще раз. Они просто вылетели. Аккуратнее будьте, пожалуйста, с ними. Так. Не важно, какую сторону вы поставите. Вот это не полярные, они не поля... Они... У них нет... Ну, не полярные, значит, у них нет полюса. У них нету полюса. А значит, они у вас не вылетят. Так, немножко расплавлю. По сторонам, чтобы вот не вылетели часом. За предел. Черт, расплавленный припой. Так, да, подождите, давайте я вот только сейчас почищу. А, подождите, вот. Так. Так, надо почистить. Если вдруг будет большой слой, мы потом с вами просто сточим его. Так, аккуратненько. О, видите, какой хорошенький. Голенький. Так. Так, есть. Появился? Появился, прекрасно. Теперь сюда. Вот они у нас, парочка. Рошеньких, голубеньких. Короче, рожей. Так, вот. Вот, видите, припаялся. Где-то больше, где-то слишком много, где-то слишком мало. Но мы возьмем вот от каждого и так вот просто припаяем. Немножко припойчика взяли. Там, где много слишком навалял. Здесь там вот там, где я слишком мало его навалял. Вот здесь им не хватает, поэтому добавим немножко. Так. Вот так вот. Ну-ка. О! Смотрите, какой хороший припой. Красота. Теперь мы это все дело обстружем. То есть все у нас здесь припаялось как надо. У меня целая кучка. Я это все делаю в один день, но я, наверное, разбил на эпизоды, я так полагаю. А может быть и разбил, может быть разбил. Посмотрим. Если слишком много будет выходить по времени, я разобью однозначно, потому что я понимаю, что скучно смотреть. Мне просто многие говорят... Вот я смотрю, вот, когда вот говорю про стримы, многие говорят, что очень скучно смотреть длинные записи. Не знаю почему, мне лично интересно. Я вот много стримеров смотрю, проблем с этим не испытываю. Так, вот здесь у нас небольшое движение. Сейчас мы его притопим. Иногда я с этим проблем не имел. Так, вот так вот. Вот, видите, вот. Вот видите, какой встает такой длинный, жесткий. Девушки в восторге, наверное. В ахуе сейчас уже возбудились. А может нет. Так, вот так подстригли. Отлично. Вот, конденсаторы... Встали и поставили, то есть... Вот они у нас встали, красавчики. Раз, два, три, четыре. Вот видите, сколько мы уже сами поставили. Входы, резисторы. Вот еще резистор. Платы, пару микрочипов. Ой, теперь у нас пойдут с вами еще резисторы. Вот они. То есть это Q-резисторы. Они у нас, если правильно сказать, именуются вот эти вот S8550 inline транзисторы. Ну, извиняюсь, транзисторы, Q-транзисторы.
Немножко не так называю. Я... Ты почему говоришь? Путаю их иногда с транзисторами наименований. Так, аккуратно, потому что, видите, вот... Ставим по рисунку, видите? Вот, аккуратно отодвигаем стороночку. Вот так вот, чтобы они вошли. Чтобы вот вход совпадали. Их ставить... Чем они, кстати, мне так не нравятся, они сами по себе. Так, сильно не давим, сильно не давим. Просто чтобы они... Вот чтобы вошел, но не расшатался. Вот, к примеру, у меня потом, когда музыкальную плату я ставил, вот именно вот эта штука взорвалась. Не переживайте, все живы-здоровы. Конец света не настал. Я от... Взрыв не как в Чернобыле. Просто там он прикоротнул, а, видимо, где-то я что-то не так поставил потом. Ну или напряжение было слишком большое. Потому что я тогда эксперимент... У меня не было вот, вот такой вот площадки для батареек, чтобы вольтовую поставить. Тогда это было же просто звуковая, мне пришлось экспериментировать с подключением батареек типа 3А. То, что они там количество вольт. Замучаешься, конечно, но что поделаешь. Приходится! Приходится так вот делать. Вот так вставляем. Аккуратненько. Мне кажется, никто еще из игровых ютуберов вот такой контент не делал никогда. Мне кажется, надо делать такие контенты, потому что, во-первых, это тоже часть игр. Как ни крути, но это увлечение, это хобби. Многие скажут, что это полезные хобби, игры тоже полезные. И вот такие хобби, кстати, позволяют немножко отличиться от игр. Да, вот я это сказал. То есть, видите, все аккуратненько. И это полезно. Это полезный навык. Вы потом сможете, скажем, ремонтировать свой ПК, свой ноутбук. Многие скажут, да где это не понадобится? Вот, понадобится, видите. Вы будете понимать, где что вам нужно, какие детали. То, что на них есть обозначение. Так, видите, я вот сейчас показываю. А, у вас вверх дном. Я же перевернусь это дело. Вот. Вот такие вот обозначения. Вы будете понимать, где что находится. Ну, а теперь давайте по классике. Ой, камеру двинул. Зараза. Ну, надеюсь, все нормально. Да, вроде нормально. И вот так вот давайте припаяем, припаяем. Так. Так. Потом подправим там, где не надо, если где-то лишка. Давай. Так, я лучше вот так вот возьму поближе. Так, походу надо опять те шель подтачивать. Паяльник хороший, но... Порой, скорее всего, очень... Так, а, нет, нормально, все будет. Так, 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 так. Ага, вот здесь еще подправим немножко. Так, сейчас посмотрю, так отлично. Да, вроде встал как надо все. Так, слегка припаяй вот здесь. Вот, а, вот тут у нас небольшой, так сказать, тандем. Прикольный. Так, подправим. Так, минуточку. Ой. Так, сдвину их в сторонку. Не люблю, когда такое происходит, но... Так, минуточку. Я лучше вот эти сейчас раздвину. Чтобы я мог просто протиснуть паяльник туда. Извиняюсь, если так вот отдыхаю, но... Потому что здесь реально жара. Вот, разрезали их. Вот этих тоже. Так, быстренько просмотрим. Да, ну вот, видите. Вот так вот припаяли хорошо. Хороший припой. Ничего не пропустили, ничего не забыли. Прежде чем их обстрижем.
Ну, вот, кстати, вот так вот она выглядит. Аккуратно. Это вот, кстати, сделано специально, чтобы эта штука не вылетала. То есть это губка, так сказать, своеобразная. Оловянная, я так понимаю. Ну, судя по всему, это цвет олова. Ну, или бронза. Нет, не олова, по-моему, да, оловянная. Так вот взял, обчистил, хорошо. Конечно, нужно будет время от времени стачивать кончик паяльника, но... Стачивать сильно не надо. Проблем не будет. Так вот, обстрижем. Так, так, подниму. Смотрю, что-то она присела. Вот так вот. Ну-ка. Да, вот здесь еще подстрижем. Кустики. Вот так вот. Ну, чтобы ровненько все было, никаких проблем не было. Итак, теперь мы с вами будем устанавливать конденсаторы. Так, вот они у нас. Вот такие вот есть. Есть вот такие конденсаторы. Вот такие вот, видите, вот такие вот красавчики. Есть вот такие два типа у нас конденсаторов. Вот здесь. Ой! Чёрт, куда упал? Упал. Упал за бортик. Упал за... конденсатор за бортом. Итак, как установить конденсатор? А вот эти конденсаторы у нас, они полярны. То есть их также можно, как и диод, проверить. Только не на диоде, не на диоде, не путайте. С помощью... от мультиметра. То есть вот мультиметр наш. Поставим, скажем, его на 20, на 20к. Достаточно будет. Минус, плюс. У диода точно так же, как и у диода. То есть вот этот плюс, это минус. И смотрим. То есть, видите, идет число. Это значит, что у него пропускная способность хорошая. То есть все, он рабочий. Я... проверил их все заранее, то есть они все рабочие, проблем с этим нету. Давайте сначала начнем, наверное, с C3. Это у нас кто будет? C3 конденсатор. Это у нас электроник, компаратор инлайн 50 на 50 вольт, 1 на 1000 вольт, на 1 фарад, на фарады. Так, вот смотрите, вот это плюс, вот это минус. Плюс, это минус. Так, подождите, где у меня... Вот, все. Так вот сделал, чтобы просто было видно мне. Вот. Плюс, минус. Отлично. Вот так вот вставляем. Вставили. Держим. И... вот так вот. Аккуратненько. Пригибаем. Готово. Ну и давайте сразу здесь его... и припаяем. Сделаем сначала только с одного бока. Чтобы могли его выровнять с вами. Ну, понятное дело. Аккуратно, можно обжечься. Все-таки это полупроводники. Как ни крутить, такие своеобразные. Да, это конденсатор, но все-таки это полупроводники. И, соответственно, они могут нагреться. А нагревательные элементы, знаете ли, обжигают. Поставили. Давай. Есть. Нет. О, все. Капелька есть. Обрезаем. Так. Так, смотрим. Все хорошо. Все прекрасно. И вот здесь даже, видите, немножко подкопал.
Хорошо. Так, теперь вот эти полупроводники. То есть плюс, минус. Вот это конденсаторы. Ставим в сторону плюса. Не путаем их. Не путаем. Вот так. То есть, запомните, там где плюс, там плюс вставляем. Если вдруг спутаете, беда будет. Он просто не заработает у вас в лучшем случае. Так, проверка. Вот видите, вот здесь плюс. Плюс дырочки. Сюда и ставим его. Плюс, минус. Плюс, минус. Вот так вот. И сейчас будем немножко подтягивать каждый. Так. Не заполняем сразу все дырочки, чтобы могли просто прижать их поплотнее к платью. Здесь их может прижать как раз таки. Так, есть. Давай. Давай. Так, и давайте прижмем посильнее. Так. Вот так. Потому что, видите, они вот выступают сейчас. Очень неудобно. Они будут потом шататься, это нам не надо. Шатающийся конденсатор. Напился где-нибудь, наверное, или что-то вроде. Так. Вот так вот, поплотнее прижимаем. То есть не бойтесь, не стесняйтесь, так вот давить на них. И чтобы они плотно сидели, плотно, видите, вот так вот. Своеобразный городок. Слушайте, в каком смысле мы с вами город составляем? Такой своеобразный. Так, сейчас оставшиеся припаяем входы. Так. 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 Чувствую себя, знаете, Саидом из сериала Lost. Надеюсь, тут... Ой. Так. Проверяем визуально. Все хорошо. Все шикарненько. И обрезаем их все. Так. Так, ой, как вот улетел куда-то даже. Так, и вот здесь тоже. Так, это мусор убираем, стороночку. Там в сторону, не стесняемся, не переживаем. Вот. Сделали. Теперь давайте подключим вход наконец-то. Вот включить-выключить. То есть вкл-выкл. Он нас пойдет на сюда. Это P5. Вот так аккуратно просовываем. Ой, так. А, туда капля что ли попала? Я думаю, что не пролезает. Вот. Ну, и зато сразу закрепили, считайте, каким-то образом таким волшебным. Вообще удивлено, что она там оказалась. Капля. Так. Дайте тогда я сразу сюда. Вот в эту точку и макну. Так. И сразу заполним. То есть вот она у нас сюда стала. Коннектим. Сколько там у меня осталось? Ну, еще много. Я думаю, хватит вот этой одной упаковочки на целую плату. А я ее же и ранее использовал, между прочим. Так что, в принципе, вот одного такого где-то вот одного метра припоя хватит, ну, спокойно, легко. А он внутри еще с флюсом у меня дополнит, так что, в принципе, вообще шикарно идет. Да, нормально. Так, стоишь крепко, вроде крепко, не шатаешься. Ну... Вроде шатается, сейчас я вот... Нет, нормально. Хотя... А, нет, это вот это. То есть, видите, вот. Нормально все, видите, переключается. Все хорошо. Итак.
Смотрите, мы практически с вами все сделали. Нас осталось что? Установить чипы, припаять элементы питания дополнительные, то есть для батареек, припаять динамик, припаять визуальную плату, припаять ножки. Ну, точнее, переключатели. Начнем с платы. То есть это 3641BS-ка. Ставится точно так же, как вот, видите, вот здесь вот точки. Вот так вот визуально она должна ставиться. Сразу ее проставляем аккуратненько. Аккуратненько ничего не ломаем. Вот, видите, тут опять тоже местами припой остался. Заразный. Так, давай, вот. Вот, пошел. Пошел. 100% аккуратно вот вдавливаем, чтобы он плотно сел. Вот так сейчас. Вот отлично. Теперь давайте ставим припойчик. Так, припаиваем. Так. Так. Есть. Неплохо. Шикарно, как говорит Эрик Картман. Готово. Отлично. Так. Так, так, вот так вот. Отлично, поставили. Шикаренько. Вот так вот. Итак, вот мы с вами припаяли плату. Вот она у нас крепко сидит. Ну, вот это мы снимем чуть позже. Вот эта защитная пленочка. Такая пленочка. Пусть пока будет, чтобы не поцарапать ни черта. Теперь поставим с вами переключатели. То есть вот такие вот они вращатели. Это вращательные элементы. Вот так вот. Раз. Два. Мне нравится, чем, знаете, что они, по сути, такие хорошие фиксаторы. Они фиксируют все очень плотненько. Взял, ставил. Они такие погнутые, то есть между собой. Так можно их, по сути, так вот встать аккуратно. И просто потом припаять в конце. Вот так вот. И сюда вот три. То есть вот, видите? Вот. Слушайте, реально какой-то город получается. Такой мини-город. Не Спрингфилд, конечно, но то, что нужно. Так, давайте теперь так вот поставим плотненько. Вот этот первый наш немножко шатается. Мы сейчас слегка сделаем, как и делали с платой. Сбоку вот так вот. Так. И вот здесь сбоку. Так. Так. Вот так вот. Вот чтобы можно было сейчас их потом прижать. И аккуратно вдавить. Вот, вдавливаем по плотному, плотному вдавливаем. Не стесняемся. Так. Давим. Так. Есть. Есть. Вот. И вот этот тоже. То есть не стесняемся. Прям продавливаем. Продавливаем. Так. Да, встали как надо, а теперь оставшиеся давайте заполняем. Так. Так. Давай, припой. Есть. Во. Аккуратно.
такой горячий. Так. 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 Ты немножко добавил сюда. И вот, смотрите, аккуратненько, все гладенько, все хорошо. Все просто прекрасненько. Ничего не пустили. Нет, ничего не пустили. Поставили. Поставили. И теперь самое важное. Установка микросхем. Смотрите, сейчас сначала поставим в седло микросхему STS. Это микрочип с уже установленной программой по отлову установки данных. Для радиоприемников. Устанавливается, вот видите, он вот такой вот. Он вот такой. Здесь точно такая же пометка, как вот у этого, видите. И вот здесь. То есть тоже как ставили вот в уздечку. И вот сюда буквально вот так вот его аккуратно... Ну, вот так сейчас немножко его выправим. Так, аккуратненько. Чтобы он просто вошел аккуратно у нас. И будем сейчас его вот так продавливать вовнутрь. Так. Ну и аккуратно, ничего, главное не сломать. Ой, так. Так. Немножко погну. Слегка. Потому что нужно, чтобы он на сон вошел аккуратненько. И главное, не спутайте. Вот не спутайте, иначе он сгорит. Он, значит, сгорит. Так. Не спутайте места. Может, он не сгорит, но коротнет точно и будет весело. Так. 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 Аккуратно. Надо еще немножко сжать. Аккуратно сжимайте. Вот так вот сгибайте, точнее. Чтобы в пазы вошло. Чтобы все в пазы вошло. Потому что пазы широкие у него. Так. Вот. Так, во. Чуть-чуть сам не сделал глупости. Так вот. И все вошло. Все вошло? Я так смотрю просто. Что вот так подниму для вас. Так. Вот так вот. Видите, вот аккуратно вошло все, вот. Не знаю, видно. Сейчас она, наверное, сфокусируется. Вот, видите, все вошло аккуратненько. Сейчас надо теперь аккуратно вдавливать все это вовнутрь. Вдавливаем. Вдавливаем. Чтобы он прямо сел туда. Вот так вот это называется. Почему это называется гнездо? То есть, чтобы... Сел как наездница. Вот, видите, все встало на свои места. И то же самое делаем вот с этим чипом. Вот со вторым. Тоже сюда его ставим. То есть то же самое. То есть, видите, они одинаковые. Просто одного седло шире, другого уже. Вот и все. А принцип установки одинаков. Аккуратно. Ставим. Вот наши микрокомпьютеры поставлены. Так, продавливаем. И вот. И считайте, по сути, наше радио уже практически собрано. Итак, теперь, ребят, будем с вами устанавливать антенну. Вроде бы все просто. Вот эту большущую каску. Может быть, все закрепляется, да, вот сюда. То есть, вот сюда вот взял. Закрепил с помощью болтов. Но у этого есть проблема. Мы не будем его крепить на болт. По одной простой причине. Она будет шататься туда-сюда, туда-сюда. Зачем это нам? Мы сделаем проще. Мы сделаем проще, гениальнее и просто. Если кто, наверное, отсканировал QR-код в самом начале, наверное, видели, что китаяночка делала то же самое. Но я использую... вместо малярного скотча обычную изоленту. Она идеально подходит для всех условий. Это вещь идеальная. Вот так взял,
Быстренько приклеил, готово. Так, подложим сейчас что-нибудь дополнительное, вот что-нибудь из деревяшечек. Вот. Надо что-то, нет, что-то покрупнее нужно. О, во. Вот это то, что надо. Это то, что надо. Ложим, подкладываем вот так вот, чтобы, ну, наверняка, наверняка тяжелое было. Так, ну, у нас тут столько всего. Чтобы просто ровно было. Ну, вот так вот примерно, вот так вот. Как бы, как мне тебе положить нормально? Во. Ну, более-менее, чтобы она не шаталась. Вот так вот. И накладываем припой. Накладываем сюда много припоя. Так. Вот такой вот у нас 5000. Ну, здесь у нас немножко проскочил, конечно, жалко. Капля. Провалилась, все-таки провалилась, да? Ой, я не люблю такое, конечно, когда происходит. Я думал, не провалится, но слишком горячий оказался. Ладно, воспользуемся тогда бумажкой. Вот этой. Старый, добрый. Вот так вот. Все-таки я оказался глупее, чем китаяночка. Ну ладно. У меня просто нет малярки. Нет, она где-то была, но я не знаю, где она у меня находится. Поэтому вот так вот сейчас возьмем. За это не переживайте. Это мы сейчас просто сверху положим. Припой вот так вот. Можно так делать, можно и нужно. Не переживайте. Все нормально, все хорошо. Надеюсь, что не прожжет. Так. Вроде горячо. Но не прожигает. Хорошо, вот, значит, так и делаю. Так делаем. А, я же точно, я же могу на тебя положить. Что я не подумал-то? На плюс положим. На крышку с плюсом. Вот так вот аккуратно. Так. Вот так вот она там немножко пристала. Что-то прожигает, что-то нет. Я думал, изолента выдержит, честно говоря. Вот реально надеялся на это, но... Изолента не смогла. Вот бывает такое, вот бывает. Так. Теперь давайте. Разгорячаем. Так, что-то не парится. Так, давай, 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 есть. Так, аккуратно. Так. Аккуратненько. Так. Вот. Пошел припойчик у нас. А куда искать? Подождите. А, он протек, что ли, немножко? Ну, бывает, бывает, бывает такое, не страшно. Так, я, наверное, все-таки вот сниму вот крышку. Я, наверное, на крышку просто положу вот так вот. И будет нормально лежать. Да, вот нормально лежит вот так вот. И давайте продолжим. Просто наслаивать. Вот так вот. Аккуратненько. Припаиваем. Да, вот высоты не хватает. Ой, высоты не хватает. Нужно сделать так, чтобы была высота подходящая. Чтобы вот ровно все лежало и держалось. А тут не хватает. Ну вот. Ау. А, это я об этом. Так. Вот. Даже я удлиню. Наверное, сейчас давайте еще побольше припой сюда положим. Вот целая большая капля. Так.
Вот, вот. Есть контакт. Есть контакт, припаиваем аккуратно. Делаем все осторожно, делаем все жестенько. Делаем все со вкусом. Вот. Черт, не хочет. Не хочет. Не люблю, когда такое происходит. Вроде бы должно получаться, не получается. Ладно, все, все у нас получится, ребят, все получится. Так. Давайте попробуем дальше. Аккуратно. Так вот. Нас даже вот здесь уже начали приплавляться. Бывает такое. Ну, бывает, что поделаешь. Так. Так. Вот. Так. Припой берет. Не до конца, конечно, но берет. Можешь, конечно, тогда его прикрутить, как вариант. Правда, надо тогда расчищать платформу, чего я делать не хочу уже. Давайте прикрутим тогда, как вариант. Типа по-хорошему, вот сюда можно было, кстати, сверху еще припойчик. Вот так вот. И вот так вот. Их вот так вот растворить. Вот, есть, есть контакт. Вот. Совершилось чудо. Чудо есть. Теперь вот сюда еще немножечко давайте. Сюда. И вот, видите, припаялся намертво. Главное, крепенько, что самое важное. Так, вот здесь тоже соединю быстренько. Ау, черт, сказал накрепко и намертво, и сам открепил же. Так. Вот сюда сейчас. Пару капель. Для закрепа. Так. Скочегарим. Так. Надо, наверное, почистить все-таки его уже. Потому что, смотрите, он уже весь зар... замусолился. Вот сюда сейчас заполню. Угу. Так. Раз. Есть. Но нет. Так.
Что-то пристало, а потом нет. Так. Давай. Так. О! Вот, что-то есть. Что-то есть, но не то. Сейчас все сделаем. Так. Так, вот так вот припаиваем аккуратненько со всех сторон. Не хочет что-то. Ой, так. Не хочет, вот упрямится. Вот упрямится, зараза. Упрямится и все. Что с ним делать, не пойму. О, зато здесь пожгло. Аж до плюса. Что обидно. Давайте-ка. Наверное, заменим бумажку, давайте уж. Сразу вот эти вот рецептики нам больше не понадобятся. Мясные. Китайские. Да, не понадобились никогда. Мы в них не нуждались и ранее. Поэтому просто так вот подложим, чтобы не испортить дедушкин напильник. Здесь сейчас тоже парочку накапаю. Тут постоянно вылетает, я не знаю почему. Должен припаяться аккуратно. Ау. Он должен припаяться, припаивается вот здесь, а вот тут нет. Он слишком много припой наоборот. Может быть, просто высота мешает? Наверное, высота мешает. Как вариант. Во. Есть шило зоны. Так, есть, неплохо. Припаиваем намертво. Даже если будет сопротивление. С стороны всего остального мы справимся.
Потому что лучше, чтобы оно было намертво. Ну, реально, а смысл? Антенна, если что, я его тут могу открутить потом. Кстати, я что-то не подумал. Я же могу ее открутить, точно. Я вот этот вот боковичок откручу сейчас лучше. Так, где у меня отверточки? И потом ее прикручу обратно. Пластинку-то. Это ж проще, че я туплю-то? Знаете, сообразил. Ну, я просто паяю это уже несколько часов, поэтому мне простительно немножко потупливать. Мне простительно. Так. Так, не подходит. Слишком большая. Так, наверное, вот это подойдет. Да. Сейчас открутим. Чтобы можно было потом свободно все дело вставить. Не забываем про шапочку. Про шапочку не забываем. Так. Это пока сюда. Берем контакты. Остыло? Остыло. Хорошо. И продолжаем. Так. Просто проживаем и вдавливаем, даем прогреться по полной. Вот, есть контакт. Есть контакт. Здесь тоже заполним сразу все до краев, чтобы наверняка. И готово. Вот. Немножко сдвигается, слегка. Слегка сдвигается, но это поправимое дело. Поправимое. Просто дадим нагреться, и она сама утопится в этом. Так, вот я вот... Нет, не хочет. Хочу так вот сделать, чтобы она вот здесь вот так прошлась, соединилась со всем. Черт, она отошла. А, горячо. Тупо был с местом такую горячую пластину. Так. Что-то сюда вот не хочет капать, не знаю почему. Куда угодно, но не сюда. О, все. Да. Чтоб тебе. Потому что я так хочу, чтобы это заделалось. Все. Заделали. Заделали. Аллилуйя. Аллилуйя. Так, чистим.
и смотрим, что у нас с бумагой. А что, предыдущее? Ну, ответьте, все гладенько, ровненько. Это у нас тоже. Теперь давайте поставим на место. Сюда. Сразу прикрутим, чтобы у нас не было никаких проблем. Шапочка. Так, сколько у нас странных? 8 странных получился. Так. Так, стоп, где? Ага, вот она. Так. Готово. И... Вставляем. Вставляем. И вкручиваем. Во. Отлично. И вот наша антенна, видите, она стоит на местах, она стоит на месте, все крепенько, все здоровенько. Никаких проблем, никаких хлопот. Вот, может даже затянуть слегка потуже. Эти вот болт. Подожди, этот болт стоит. Да, тут все нормально, все нормально. Тот болт стоит. Вот так вот, чуть потуже. Вот, все. Припаяли. Готово. Вот этот лишний сейчас уберем. И положим ее вот так вот. Вот сюда. Так. Черт, дыра. Вот первые крышки. Ну ладно. Что поделаешь. Бывает всему свои жертвы. Так, ногу, пожалуйста, жертвы не надо. Вот. Ну, вот так вот выходит. Итак, мы почти с вами дошли к финалу сборки, ребят. У нас осталось еще немного припоя. Почти чуть-чуть, видите? То есть вот сколько еще осталось. Хватит нам как раз с вами. Нам нужно будет с вами сегодня припаять динамик. И порт для батареек. Давайте сразу же скрутим. Так вот сделаем. Помним, красный это плюс. То есть, видите, даже вот здесь вот красный плюс. Черный минус. Вот так вот. Чтобы у нас проблем нет. И устанавливаются они вот сюда. Сделаем сразу здесь зону для припоя. Чтобы проблем не было. Так. Вот раз. Два. И вот здесь сразу тоже сделаем, потому что здесь у нас будет модуль для вход, точнее подключение для динамика. Вот так вот сразу сделаем. Побольше, побольше. Вот. Чтобы у нас все это было. И давайте. Сейчас установим сначала пленочку, вот такую самоклеящуюся. Не важно, с какой стороны. Сделаем в Китае, заклеим. Вот так вот. И наклеим вот по эту сторону. Вот так вот. Ровненько. Так сказать, своеобразный изолятор. Это, кстати, это хороший изолятор, между прочим. По сути. Так, вот так вот поставили. Так. Готово. И припаиваем. Красный к плюсу, черный к минусу. Так. Да. Какие-нибудь так, когда такое вот происходит, дергается она очень часто. Две такое. Вроде как не уверен.
ладно, сейчас черным приварим, там уже разберемся. Так. Может, конечно, тогда вот с этой стороны, в принципе, вот так вот сделать. А черт, она сошла с рейс. Так. Не страшно, не страшно. Вот. Приварили. Раз, и вот здесь тоже. Так, что-то не тает. Что-то не таешь. Так. Во. Посмотрим. Приварилось вроде бы. Да, и там все ровно приварилось. Хорошо. То есть вот, приварили. Готово. Теперь, вот это пока отложим. Нам теперь нужен динамик. Вот он так выглядит. Такой хорошенький. Пролежал ведь до конца самого у нас здесь. Там с ним в комплект идет проводок. Он магнитится. Потому что магнитные магниты стоят. Вот такой проводочек у нас. Немножко спаянный. Это хорошо. Как определить, где здесь плюс, здесь минус? Вот тут видите, здесь стоит плюсик, здесь минусик. Обязательно запомните. Вот эти припои не трогать. Прям вот забудьте. Фу, пяка, нельзя трогать, не паять, не трогать. Ну только если не захотите потом починить, тогда можно. Но осторожно. То есть сейчас мы здесь нанесем тоже припойчику. Сейчас мы нанесем здесь аккуратно, не раз. Так. Может быть, раз жизнь. Ой, извиняюсь. Дернулся. Так вот поправим. Плюс к плюсу, минус к минусу. То есть вот он у нас. Сюда капель припоя. Вот сюда, вот в эти зоны. Вот это сейчас я почищу. То есть что-то он опять туго начинает делать. Упаять. Не знаю почему. Удобная, кстати, штука, реально. Ну и, как следствие, припаиваем. Плюс к плюсу, минус к минусу. Сначала с плюсом давайте сразу сделаем. И вот минус минусу. Так, готово. Теперь берем по вторую наклеечку. То есть наклеечки в комплекте были, если что, вот. И аккуратно наклеиваем так, чтобы изолировать от всей остальной платы вот эти вот контакты. То есть вот так вот делаем, вот так вот наклеиваем. То есть вот. Потому что, видите, вот здесь у нас она будет ложиться вот сюда, вот этой стороной. И здесь у нас будет, по сути, изолятор вот такой сообразный. Надо будет его изолировать. Теперь. Тут. Плюс к плюсу, минус к минусу. Так, аккуратненько. Так. Снимаем и устанавливаем таким образом, чтобы у нас это было изолировано и не
приносил какого дискомфорта. Вот так вот примерно. Хотя там у нас очень много остриев. Ну ладно, я думаю, не критично. И вот это вот заправляем вот сюда все. И считайте, он у нас уже готов. То есть вот он у нас собранный. Вот такой у нас собранный. То есть все, он готов. Сейчас можно считать, что он полностью функциональный. То есть все детали мы какие могли припаяли, какие не могли не припаяли, что могли припаяли. То есть вот это я сейчас убираю. У нас осталось парочка транзисторов, но это запаски просто небольшие. За это не переживайте. То есть все на местах, видите. Это заполнять не нужно. Это для перепрограммирования вот этих чипов. Это совершенно другое. Сейчас теперь давайте мы с вами возьмем то, что входило в комплект. А входило туда еще комплект вот этот самый микро-USB разъем. Мы сейчас подключим его. Ну и увидим результаты истины. То есть работает или не работает. Так. Я даже вот рискну, наверное. А, что рисковать-то? У меня же есть это дегуршав. Точнее, вот это. Давайте вот подключим. Ой. Так. Так, в принципе, паяльник можно вырубать. Он мне уже больше не понадобится сегодня. Пусть пока остывает. Вот так вот. Я уже просто забыл, как микро-USB пользоваться. Вот видите. Подключили. И о, слышите? Работает. Это громкость. О. Ловит! Ха-ха! Можно еще подкрутить. Вот так вот. Подкрутились. Это вот отсюда! Это вот отсюда динамик! То есть вот отсюда идет. Вы слышите то, что он записывается с микрофона. И прям вот я говорю, и здесь записывается. Есть! Он работает! Он работает, но это, конечно, еще не все. Теперь нам осталось с вами сделать одну простую вещь. Собрать корпус. Что, в принципе, довольно просто. Так, весь мусор сейчас сюда куда-нибудь отодвину. Так. У меня голова уже даже тут магнитилась. Пока она тут валялась. То есть мы собрали, то есть видите, он работает, все прекрасно. Теперь вот будем собирать вот этот самый корпусик. Начнем, давайте же с вами, вот у нас есть детальки. Устанавливаем, укрепляем, позиционируем, вот. Вот сюда я все это дело высыплю, чтобы было проще брать. Это стоечки. Они ставятся вот сюда. Мы их закручиваем аккуратненько. Так. Раз. Два. Так. Запись же идет, да? Надеюсь, что идет. Да, запись идет прекрасненько. Все хорошо. Да, все идет как прекрасно. Так. Просто проверяю, потому что мало ли я сейчас устанавливаю, а на спорт не записывался. Например, я рад, что он работает. Он работает. Работает как надо, как часы. То есть ловит все. Видите, вот все работает. Вот главное сделать. Главное попробовать и поучиться. И видите, вот какой результат прекрасный. Вот такой вот прекрасный результат.
Я, кстати, честно говоря, давно хотел себе такое радио, вот именно. У меня есть, конечно, в телефоне оно FM-овское такое, но... Это же не то, уж сами знаете. А вот именно... Хотя там есть и даже где-то антенна. А вот это совершенно другое, согласитесь. О! Так, поставили. Теперь ставим... задний чуть позже. Хотя нет, надо бы, конечно, сейчас ее ставить. По-хорошему. Главное, чтобы она у нас нормально встала. Потому что, видите, она же у нас частично такая обломленная. Что немножко бесит, конечно, порой. Ну, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Я думаю, просадки небольших не будет. Так. Вкручиваем детали. Балтики мини. А, стоп, подождите, что это я делаю? Рано это я ставлю. Рано, почему? Это же прозрачный. Надо его снять, вот это все дело. Это же наклейка тоже, понимаете? Это же наклеечка. Сейчас мы ее соскребем. Все будет хорошо. Надо понять, как она здесь скребается. Подождите, я вот так вот сейчас себя поближе сделаю. Ну-ка. Непонятно, как она. Это если что прозрачное. Что прозрачное, просто не знаю, как она снимается. Попробую ее смочить тогда уж. Может получится. О, вот. Да, сработало. Смочили. И снимаем аккуратненько. Вот, видите. И пошло по... ехала по накатанной. Вот. Это сняли. Это сюда. Попробуем теперь вот здесь. Как-нибудь снять с этой стороны. Давай же, снимайся уже. Пора тебя вставить на место. Вот, давай. Вот. Она, конечно, встала. Вроде должна легко сниматься, а не снимается. Нормально, как должна. Приходится так вот получиться. Ну, нет, с другой стороны, это хорошо. Это такая защита. То есть она не поцарапается нигде. Вот эта вот упаковка. Правда, она поломалась у меня до две части. Это из-за транспортировки. Потому что она не была плотно, конечно, упакована до конца. И Почта России знатно с ней поиграла, видимо, в футбол. Точнее, там не Почта России, это вот, как это называется-то, компания перевозки Казань, или как она там, что-то вроде. Покидали все это дело. Вот хрупкое радиооборудование. Вот так вот перевозят у нас. Так вот все дело у нас перевозит. Потом удивляется, почему у нас никто не доверяет почтовому перевозку. А вот почему. Вот почему никто не доверяет. Потому что много прохиндиев. Так. Плюс она была еще вскрыта, кстати, между прочим. То есть, когда я получил посылку, она была вскрыта. Наверное, проверялись просто наличие каких-нибудь компонентов, которые могут для чего-нибудь, скажем так, пригодиться. Может, кто-то хотел что-то подворовать. Но у него не получилось. Ну и хорошо. У него не получилось, а мы спокойнее. Так, теперь давайте сразу ставим. На место. И вкручиваем. Начнем сначала вот с этого бока. То есть видим, у нас здесь встает все как надо. Динамик ровненько, никаких проблем. Все прекрасно, все хорошо. Если что, он подрегулируется здесь у нас. То есть, видите, вот такое прозрачное радио, прекрасное. А у меня еще батареечки есть. Может, и батареечки, кстати, потом проверить. Сейчас вот поставим сюда. Да, правда, аккуратно, чтобы здесь ничего не сломать. То есть, вот эту вот нажимающуюся кнопку, то есть, они не вращающиеся. Мы сейчас еще вот эти вот колпачки поставим.
конец. Так, не знаю, как лучше. Так, наверное, сюда так должно, наверное. Или вот так лучше. Наверное, вот так вот. Потому что вот здесь тут провода, лучше так вот ограничить слегка. Тут-то ладно, тут ничего не потеряется, ничего не сломается. Обида, конечно, что он так вот в таком состоянии доехал. Ну, что тут поделаешь, что тут скажешь? Ну, вот так вот перевозят у нас. А, вот здесь я не дотянул. Там я не дотянул, секундочку. Вот здесь я не дотянул. Поэтому вращается, я не дотянул. Вот так вот. Ставим. Вкручиваем. Ну вот видите, у нас уже рабочее саби-радио есть, то есть собрать легко. Я записываю все это в субботу вечером, потому что ни с кем не смог встретиться, хотя планировал парочку встреч, и ни там не получилось. Сначала планировалось, потом не получилось, ну часть из меня, частично людей там тоже план появились, так что потом... Сейчас записываю все это дело для вас. Планировал сначала сегодня на интервью записать и Sportart Online полуфрагмент, но я не заметил, как время пролетело. Очень хорошо берет время, вот реально. Время очень хорошо берет. Вот так вот. Теперь вот здесь снимаем тоже защитный слой вот такой. Он нам теперь больше не нужен здесь. Все наклеим, все заклеиваем. Вот этих. С этих тоже все снимаем аккуратненько. Так, где-то у нас лучше все открыть, не знаю. Так. Здесь мы сейчас подвинем какой-нибудь с краю. Давайте так немножечко подцепим, может получится. Ну, здесь можно легко снять. Тоже есть на что цепить. Так. Вот так вот. Так, аккуратно. Аккуратненько. Я не знаю, слышит меня нормально или нет, потому что у меня микрофон время от времени падает вниз. Так я его задеваю об светильник. Вот этот вот. В следующий раз, если вам интересно, ребят, напишите. Если вам понравилось, обязательно напишите в комментариях вот к эпизоду, ко всем эпизодам. Буду очень признателен. Наверное, все-таки на эпизоды это разобью. И мы с вами в дальнейшем будем собирать еще какие-нибудь такие вот мелкие поделки. Скажем, есть парочка светильников, скажем. Музыкальная колонка, кстати говоря. Есть музыкальная колонка. Можно попробовать. Буду очень рад, если вам интересно. Я тогда закажу и сделаю еще парочку эпизодов. Не переживайте, канал от этого тематику не поменяет. В конце концов, это же радио, в конце концов. А электросхемы есть где? Правильно, в Майнкрафте. Так что все в рамках тематики канала. Не переживайте. Ну, такие поделки, они, знаете, мне реально помогают успокоиться, расслабиться, немножко отвлечься. Вот реально рекомендую. Не пожалейте. Ни о чем не пожалеете. Вот так, аккуратненько. Все вот эти вот плюшечки, этот весь мусор комкаем. Вот сюда тоже вот все убираем. Так, где у меня пакет старый предыдущий? Дайте-ка я сейчас возьму-ка его. Так. Потому что где у нас эти пакеты прозрачные, во, защитные. Такие вот сюда все сейчас понапихаем. Тут весь пригорелый, старый, затхлый мусор. Вот эти все
все кусочки, вот эти все нитки, все эти нагрязные, чтобы сразу туда можно было все это запихивать. Эй, а ну не магнитесь, не магнитесь, сюда не надо магнититься, сюда не надо магнититься. Так, вот это все сюда. Это все сюда. Вот это все мелкое выбрасываем. Нам все мелкое не нужно. Их, конечно, можно использовать как как провода дополнительные. То есть, типа, хотите соединить. Я вот их такие обычно иногда использую. Но в нашем случае это уже остатки мусора. Так что не жалко и не страшно. Тем более проводов у меня и так полно. Ну, понимаете, там переходники всякие. Вот это все дело. То есть, вот все вот этот мелкий мусор. Это можно выбрасывать уже спокойно. Сейчас вот это уберем. Все остальное вот так вот сюда в сторону положим. Так, это сюда. Сюда. Так, паяльник еще пока тает. Ну, то есть остывает. Так, я тебя еще не знаю. Так. Вообще я рад, что радио заработало. Я реально рад. Я думал, что что-то случится не то. Со мной бывает такое иногда. Но я рад, что все работает прекрасно. Все работает как надо. То есть, ну, собирали по инструкции с вами, но... Очень интересные вещи мне зашла. Очень интересно мне зашла. Так. Так. Аккуратно, чтобы не повредилось. И вот так вот, давайте. А, так, о, о. О, 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 о. О. Так. Лишка, лишка, лишка. 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 Лишка, лишка, лишка. Лишка, лишка, лишечка. Вот так вот. Вот так вот собираю весь этот мусор и хлам. Вот на... клейка уже в цел такого вот. И запираем, добавляем. Готово. И вот сюда, вот следующую часть, вот эту. Раз. То есть, видите, она встала. То есть вот так вот будет. Видите? И кстати, вот видите, он там не шатается вообще. Просто все хорошо стоит, крепенько, никаких проблем нет. Так вот даже закрепим. Закроем, чтобы проблем не было. Теперь. Вот эта боковина нижняя. Тоже сейчас мы ее соделаем. Вот реально, я очень рад, что она заработала. И, наверное, вы увидите его уже на ближайших стримах. Кстати, вот, хотя это уже поздновато будет. Потому что сейчас вот просто суббота. Скорее всего, эпизод выйдет, наверное, в конце недели. Но, ладно, не буду это говорить. Так уже узнаете в сообществе Ютуба. Но в целом, смотрите, у нас все хорошо. Вот видите, вот неплохо прям так... Ну-ка. Смочил слегка. Так. Так, 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 так. Отлично. Вот так. Погнали, поехали. Оу, поторопился. Вот так вот. Лишечку вот это все собираем, весь мусор. Вот удобно, когда дополнительно нам еще дали такую своеобразную... Ну и... Ау, че, впилось. Вот от мусора вот такую хорошую, можно сказать, липучую щетку. Ну, можно так назвать. Так, это ставим теперь сюда. Пазики. То, что она сейчас пока падает, не страшно, не переживайте. Так, далее идет у нас вот это. То есть, видите, вот такую красоту мы с вами собрали. Я пока не включаю его снова, потому что я не знаю, будет ли у нас этот авторское право или нет. Надеюсь, что не будет. Потому что, извините, это чисто демонстрация. Ко мне, пожалуйста, без претензий. То есть, это чисто что шло по радио. Я что, виноват, что ли, в этом? Так. Я что, виноват, что ли, что по радио шло? Не ко мне претензии. Что первое попалось, какая радиоволна, такая вот услышали бы с вами.
Я же не выбирал. Нет, я, конечно, ее выбирал. Я вот так прокручивал, но извините, что попало, чтобы просто понять, работает она вообще или нет. Или там все. Мы убедились, что все прекрасно работает. Все прекрасно ловится. Никаких проблем у нас нету со всем этим делом. То есть все прекрасно, все хорошо. Так, с этой стороны почистили. Теперь вот с этой. Сейчас, наверное, еще на Алиэкспрессе я опубликую сразу, что все работает, что все хорошо. Так. Вот так вот у нас с вами выходит такое хорошее радио. Вот так снимаем. Убираем. Ставим. Так, так. Паяльник пока еще остывает. Так, вот сюда, сюда, сюда. И подождите, или это... А, нет, наверное, это вот так вот. Потому что тут не поймешь, с какой стороны. Так, а вот тут что-то не... Не вставляется в боковину. Или его выдавливает? А, его выдавливает. Что-то, что выдавливает? Ай. Ой. Я с него защитную пленку, во-первых, не снял. Вот с этой. Так я не ту сторону ее поставил. Все, бывает. Бывает, бывает, бывает. Я думаю, что он не вставляется до конца? Его выдавливает. Ну, зато он, кстати, подсказывает, что его выдавливает. Так. Вот подцепить здесь очень сложно вот эту пластика. Ну что поделаешь. Приходится вот так вот. Но зато я, кстати, очень рад. Реально хороший такой набор. Очень приятный. Вот, все. Встало пазы. И осталось последнее. Часть пазла. Она тут немножко спадает, но не страшно. Это будет держаться спокойно само по себе. Потому что мы сейчас вот это вот все снимем. Демонстрационную часть. Так, кстати, давайте сразу тогда. Так, посмотрим, вот эти вот пролезают. Не пролезают, потому что если не пролезает, если пролезает, я лучше сразу. Да, пролезает. Давайте вот эти вот наденем. Это кнопки. Кнопочки. То есть вот так вот вы их нажимаете. Вот это громкость увеличить, уменьшить. Это уже волна FM-овская. Можно еще амплитуду, конечно, можно было бы сделать, мне кажется. Но я не вижу в этом смысла. Но вот это вот отвечает за амплитуду в большей степени напряжения. То есть вы можете усилить, уменьшать. Тем самым усилить, уменьшать сигнал. Вот чем, кстати, хорошо это вот эта вот сборная рация от обычных. В обычных у вас нет такой возможности, по-моему, настроить амплитуду адекватно. Вам нужно, конечно, корпус снимать. А здесь зачем? Здесь все на своих местах. Все прекрасно. Так. Так. Сейчас подцепим. Отлично. Так. И аккуратненько снимаем. Вот видите, оно такая вот прозрачная вся будет. Крикал. Поторопился. Так. Так. Ай. Так. Так. Ладно, сейчас выйдем из этой неприятности. Не переживайте. Не впервой с вами это делаем. Вот так пойдем. Вот, видите, аккуратно. Все хорошо, все спокойно. О, и паяльник уже остыл. Остыть успел. Видите, как долго мы с вами делаем это все дело. Теперь вот здесь. Аккуратно. Аккуратно. Вот такой вот комплект
радиолюбителя. В буквальном смысле и радио, и любителя. И радиолюбителя такого вот своеобразного. Вот так. Так, теперь это у нас... Вот. Дырочка вот сюда. Все вошло. И вот здесь, видите, есть дырочка для настройки дополнительная. И вы сможете все это дело подключать и настраивать дополнительно. Так, теперь соединяем все это дело. То есть все входы вошли? Все вошли. Все вышло. Все. Теперь скрепляем это все дело. Вот так вот. Так, надо попасть в пазик. Вот здесь пазик. Вот. Пазик есть. Пазик ставить, пазик крутить. То есть вот так вот взять и закручиваем. Готово. Видите, уже второй просится сразу же. Сюда сразу его вставим. Сбоку, чтобы оставшееся было проще нам с вами зафиксировать. Так, болтики. Отлично. Теперь сюда. Так. Берем. И закручиваем. И тут, кстати, есть еще один запасной. Я не знаю, зачем. Вот серьезно. Есть еще один запасной. То есть вот здесь, вот... Вот это вот, то, что вы видите сбоку. Это для антенны. Вот это для антенны. Вот это для антенны. Вот это... Два, я не знаю откуда. Вот это вот для корпуса. Но это было все внутри. Видимо, запаска на всякий случай, если вдруг что-то потеряется. Нет, в принципе, мне очень нравится, что китайцы вот к этому относятся очень трепетно сейчас. То есть запасные, видите, даже запасной болтик маленький еще один есть. Вот прямо респект. Вот. Правда, запасного штифта вот такого вот еще нету, что жалко. Но, с другой стороны, штифт, я думаю, вряд ли потеряется. Они тоже не так подумали. А вот болты могут, когда кто-то скрывает. За это респект. То есть много запасных частей. Ну, как сказать, много. Парочку запасных резисторов. То есть по транзисторам все и конденсаторам тут глухо. Но мы смогли его собрать. Вот у нас вот такое вот радио. Такое вот радио. То есть теперь давайте я сейчас сюда же... У меня батареечки есть. То есть посмотрим, как у нас работают с батареек. Так, где у меня тут лезвие-то было? Вот оно. Так, так. Открываем. Вставляем. Дешевый купил, какие попались. Так. Раз. Она, кстати, вот эта вот резиновая. То, что тут такая вот резина мягкая, приятная на ощупь. Ну, давайте пробуем. Радиодача. Я, правда, только понял сейчас одну забавную вещь, ребят. Знаете, какую? Я, кажется, поставил ее немножко не той стороной. То есть она, видимо, должна быть перевернута. Потому что... Вот эта плашка, наверное, должна быть вот здесь. Теория или нет? А, нет, все нормально, все нормально, все правильно. Здесь защищено со всех сторон. Здесь и вот тут одинаковое. Вот смотрите, вот тут... Расстояние одинаковое, здесь одинаковое. То есть, даже если я переверну ее, она все равно так вот и станет, как надо. Потому что она же вот здесь должна быть, так? Так. То есть, я поставил ее... Да, я все правильно ее поставил. Я все правильно ее поставил. Но она работает. То есть, она от батареек может работать. Правда, вот здесь вот замучаешься дотягиваться, но... И причем она, кстати, автоматически настраивается до ближайшей рабочей станции. Вот так вот зажал, и она сама ищет рабочую станцию. Говорим о туристическом проекте, который сейчас... Вот, в общем, она работает. Она прекрасно работает. Она сам... Эта рация сама выискивает... Радио само выискивает. Можно подключить сюда. Можно подключить сюда. Можно подключить сюда.
Ну что ж, друзья, мы сделали. Мы сделали вот это прекрасное радио. Рабочее. И запускающееся. Правда, здесь забудь все равно выравнивать. Это все-таки такое прозвище дали позже, конечно, потому что прибыла тогда. Видите? Слышит? То есть... Вот так вот поставили. Может, кстати, вот... давайте понизим. Вот видите, даже звук можно уменьшить. Я не знаю, насколько мощный может быть здесь звук. Не хочу испытывать, потому что уже... 11:30 у меня. Вот столько вот паяли, вот столько вот с вами паяли. Я разобью, наверное, все на эпизоды, но... Она работает. Она работает, ребят. Мне очень нравится. Ссылочка на этот радионабор будет под каждым эпизодом. Под каждым эпизодиком. Заходим, смотрим, покупаем, если хотите, наслаждаемся. Ну и, конечно же, не забудьте паялик себе купить с припоем и флюсом. Это в комплект не входит, они не входят. Поэтому вот. Я скажу так. Прекрасный набор радиолюбителя. Мне лично очень нравится. Вот реально такая хорошая вещь. Я давно хотел себе радио, такое вот компактное. Но никогда не знал, какое лучше. А тут, глядите, и пайки вот... Наук отточили еще получше. То есть, видно, порох в Проховницах еще есть. У доктора как бы доработника нашего, да? А, может быть, я сделаю большим... Нет, большим слишком сложно, мне кажется. Вот так вот лучше записать отдельно. Потому что и обсуждаем, и рассуждаем. Вот так вот будет поэпизодически выходить все это дело. И вот такая вот конструкция у нас с вами вышла. Лично я очень доволен. Надеюсь, что и вы тоже. Если да, напишите, пожалуйста, ваш комментарий. Хотели бы вы сами собрать вот такую же вещь? Вот такую прекрасную радио собственного производства с батареечками и входом для, скажем, для пауэрбанка. Также не забудьте поставить лайк или дизлайк. Хотя, кто тут дизлайк поставит? Тут серьезно. Это шикарная вещь. Я считаю, что стоит того, чтобы поставить лайк. И, конечно же, подписываемся на канал, приглашаем друзей, делимся этим видео. Может быть, кому-то подарить на день рождения, как вариант, хороший подарок, мне кажется. Правда, лучше уточните, захочет человек сам собирать на это на день рождения, или же захочет, чтобы вы его спаяли. Второй вариант, конечно, приятный, потому что вы же вложили душу и руки. Рекомендую. Так что, с вами был Вескер, он же Трэбл Работник, Umbrella Teaching, всем до скорой встречи, всем пока, удачи и... Екатерина выступила в качестве, можно сказать, такого защитника памятников истории архитектуры. Да, памятник истории архитектуры. Не знаю, что за Екатерина, но... Работает! Всем пока, удачи и увидимся! Работает! Это так, к приписочке небольшой. Решил испытать еще вот USB-джек вот такой вот. Ну, 35, который мы устанавливали сами несколько эпизодов назад. Не знаю, вот... А, вот... Или... А, наверное, не слышит, мне кажется. Я вот не знаю, слышите не вы, не слышите. Но звук есть. Могу, кстати, увеличить его здесь. Вижу. У вас бьется, да? Отлично, вот... Все работает, все спаяли, все работает. Я в восторге, я в восторге. Мне нравится. Муа.